Программу развития детско-юношеского спорта утвердили в Югре. Решение принято на заседании окружного правительства. Планируется усовершенствовать работу в этой сфере. Создадут школьные спортивные лиги по разным дисциплинам. Также подразумевается материальное стимулирование преподавателей физкультуры, которые будут вести в школах дополнительные программы. Усовершенствуют материально-техническую базу спортшкол. Программа учитывает предложения муниципальных властей, профильных региональных федераций и организаций. Добавлю, на данный момент в Югре более 350 югорчан в возрасте от 3 до 18 лет систематически занимаются физкультурой и спортом.